Руслан, ты обыграл мою команду, и теперь обыграл команду Витасова. Это цель была такая? Ну, у нас был тотал больше, 2 победы из 2. Мы выиграли, в общем, нормальную сумму. Задача выполнена. Как думаешь, как вам далеко удастся пройти в серебряный плей-офф? Ну, если мы не вчетвером, впятером будем приезжать, то хотя бы до финал четверок должны пройти, по идее. А как думаешь, что они все удалось, что хотели? Не, ну парни просто недооценили нас, скорее всего, как бы. И у них, наверное, много не получилось, как бы, и немножко они нервничали. А так они не слабее нас, они сильнее превосходят нас по-любому. У них еще один игрок за основной не приехал, поэтому, как бы, тоже большой фактор имел. Молодцы, спасибо. Поздравляю.